Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я представляю вам сегодня очень красивый виджет, который вот так вот разливается всевозможными цветами в разные направления, вот такие вот линии. Данный виджет нужно использовать в качестве бэкграунда. Виджет очень хорош, и он у нас хорошо работает в адаптивном дизайне. Мы проверяем это с вами сейчас. Я беру мышку за край браузера, начинаю сужать, и внизу не появляются горизонтальные прокрутки. То есть вы сейчас видите, все хорошо. Данный виджет можно использовать в новой версии Muse без проблем. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки данный виджет я перетаскиваю на холст. Размещаем его где-нибудь, например, наверху. Делаем его по ширине 100%. Растянем его еще немножко сюда. Данный виджет не имеет никаких настроек. У него по умолчанию цвет фона черный. Соответственно, линиями мы тоже управлять не можем. Мы можем только его разместить и пользоваться данным виджетом. И давайте проверим, все ли хорошо. И вот вы видите, у нас с вами он сразу работает. Никаких настроечек не требуется. Данный виджет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся с вами в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!